Просим собрание поддержать служителей в тихой молитве. Как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Приветствуем вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в нашем торжественном богослужении, посвященном началу молитвенной недели. Приглашаем вас, дорогие друзья, вместе с нами объединиться в общем пении очень известного христианского гимна «Христос – надежда христиан всех континентов и всех стран». Приглашаю пение. Спас Святой Отец,
Помолимся. Господи, Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего просим, благослови народ Твой, благослови нас, детей Твоих, Господи. Мы собрались прославить Тебя и начать этот последний отрезок года, Господь, последний итоговую неделю, когда Ты хочешь Духом Святым очистить, убелить и приготовить нас к тому, чтобы на небесах были чистые записи. Благослови, Господи, благослови всех молящихся, всех собранных и кто еще идет, служителей, поющих и говорящих. Наполни этот дом ангелами, и пусть воспоем мы, и услышим голос, и ощутим присутствие Твое в сердце. Во имя Христа благослови Твой народ. Аминь. Аминь. Наше сегодня торжественное богослужение имеет название «Се стою у двери и стучу». Наверное, оно перекликается с темой и смыслом молитвенных дней.
Сегодня у нас есть преимущество, у нас есть гость. У нас в гостях сегодня руководитель Восточно-Днепровской конференции Лев Пантелеевич Вертыло. Перед тем, как мы пройдем уже всю эту программу, вместе с вами закончим молитвенными чтениями, приглашаем Льва Пантелеевича, чтобы он обратился к нам со словом напутствия. Дорогие, уважаемые братья, сестры общин города Харькова, искренне, сердечно приветствую вас и миром Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я слушал хоровое пение и умилился сердцем. Как приятно, как радостно, что в Харькове продолжается добрая адвентистская традиция, которая уже более 100 лет. Последняя полная неделя уходящего года – это не просто время недели, это не просто часы, минуты, секунды, а это молитвенное служение всей Церкви перед лицем Божьим. И пока эта традиция сохраняется, и пока народ Божий молится, а это будет всегда, это будет до второго пришествия Христа, Бог слышит свой народ, и Он отвечает на нужды своих детей. Я вчера с восторгом слушал вступление, которое приготовил опять же Харьков в Восточно-Днепровской конференции, вступление к молитвенной неделе, исторические очерки, справки, факты, данные, как эта неделя светилась, проводилась в разные периоды еще Российской империи, потом бывшего уже Советского Союза. И я думаю, будут прекрасные очерки и о том, как это проходит и сегодня. Какие прекрасные факты. 907 год, 906 год. Церковь, я бы сказал, в серьезных гонениях, преследованиях. Да, протестантизм никогда не имел на этой территории больших светлых преимуществ. Но в подполье готовились эти чтения, переводились, писались, печатались. А главное, они собирали народ и вместе читали, и вместе молились. Молились, и Бог вел свою церковь. И сегодня мы можем сказать, слава Богу, Он довел нас до сегодняшнего дня. Аминь. Да, заканчивается 2021 год. Я не думаю, что сегодня многие за ним скучать будут, тосковать. Да? Потому что, 21 год во всем мире людям принес, наверное, больше переживаний и тревог, нежели радости и светлых дней. Не так ли? Да, охватила весь мир та пандемия и карантин, который ввел в ужас людей. И, к сожалению, мы не можем сегодня констатировать, что вот эти даже непростые обстоятельства многих обратили к Богу и поставили на колени перед Богом. А наоборот, что мы видим? Люди обозливаются, люди больше имеют вражды между собой. Что творится, смотрите, среди политиков, среди государств? Сегодня свободно говорят о войне, но не так ли? Сегодня свободно говорят о том, что могут погибнуть сотни тысяч людей. И это так, вот легко. Вот к чему приводит состояние, когда человек не молится. Не дай Бог, друзья мои, чтобы вот этот дух мира, уход от Бога, от молитвы, пришел в Божью Церковь. Мы сегодня, как пасторы, бьем тревогу, мы делаем все, чтобы эта молитвенная неделя в ее добрых традициях, она была проведена в каждой поместной церкви на самом высоком организационном и духовном
уровне. И сегодня, когда вы организовали вот такое общегородское, пусть не все люди пришли, но представители с многих церквей, как приятно, что и хор, и вы, и мы вместе. И мы можем сегодня сказать первое. Слава Богу! Да, многие не дошли. Многих мы потеряли. Может быть, не очень многих, но некоторые ушли и преждевременно из-за вот той болезни. И сегодня, конечно, мы еще раз выражаем искреннее соболезнование. Я знаю, что и в Харькове есть таковые, которые потеряли преждевременно своих близких и родных. Это боль, это переживание. Мы люди, мы все скорбим. Но те, кто мы живы, то, что мы живы, это чудо. Мы можем сказать сегодня все вместе: Господи, благодарим Тебя за жизнь. Можем или нет? Господи, давайте вместе. Господи, мы благодарим Тебя за дар жизни. Мы не исчезли. Мы среди живых. И мы сегодня, заканчивая этот год, согласились, чтобы поблагодарить за все благодеяния, которые Бог изливал на нас в обильной мере. Хочется особенно поблагодарить за физические дары, которые мы имели. Хлеб и к хлебу. Не голодали же. Не голодали. Но мы, как пасторы, хочется сегодня сказать, 196 душ на сегодняшний день заключили завет с Господом в этом году. 196. Завтра у нас крещение в городе Мариуполе. После программы, которую посещала в двух церквей, более 50 человек. Надеемся, что будет хорошая группа крещаемых. У нас была программа в городе Бердянске. В Каменке-Днепровской идет программа. В Энергодаре. И еще во многих городах заканчиваются евангельские проекты. Многие уже завершили. В Днепропетровске 25 человек заключили завет с Господом. И я надеюсь, что у нас 207 – это число потерянных в этом году по причине смерти, уезда из страны, переводов или даже ухода от Бога. 207. Сколько хочется, чтобы было крещаемых? А? Сколько вам хочется? Я всегда говорю, хотя бы плюс один. Ну, хотя бы плюс 10. Харьков, Олег Константинович, группа пасторов Харькова. Сколько мы хотим? Мы сегодня можем попросить: Господи, дай нам еще в эту последнюю неделю радость, чтобы мы имели хороший баланс в духовной жатве Церкви Твоей. 207 потеряли, а 227 приобрели. Радость! На небе об одном грешнике, кающемся, великая что? Радость. Ну, а давайте сегодня порадуемся и поблагодарим Бога за 196, которые уже заключили завет с Господом. Поддерживайте такую благодарность Господу, а? Поддерживайте. Хочу поблагодарить всех пасторов города Харькова, которые активно участвовали, особенно в первом полугодии в евангельских проектах. Это общины 11, 8. А второе полугодие – это первая община, пастор Ващинин. И все пасторы были вовлечены, все пасторы были вовлечены в более меньшие программы, большие программы. Хочется поблагодарить, и хотя и не пастора церкви, но служителя Божьей церкви, члена Харьковской общин, наверное, всех харьковских общин, нашего доктора, профессора Опарина Алексея Анатольевича. Он только со мной в 4 или 5 общинах принимал участие в евангельских программах. И с братом Ващениным, и с братом Бегасом, и с другими. Почти во всех. И сейчас готовится на программу в Богодухове. И его... И здесь, в Первой Церкви. И где он принимает участие, всегда это очень интересно, и люди благодарят, что такого уровня специалист
посвященный духовный человек представляет такие шикарные материалы в виде лекций и принимает от 30 до 40-50 человек на УЗИ бесплатно. Это благословение. Я хочу от себя лично поблагодарить Бога и вас, Алексей Анатольевич. Дай Бог вам здоровья. Доктора тоже болеют, но это не для вас, не о вас. Чтобы вы болели или не болели, но чтобы вы всегда были в этом евангельском служении, которое вы поддерживаете. Сергей Борисович сейчас готовится к проекту в Богодухове. Проект «Книга «Великая борьба» в каждый дом». Это проект Восточно-Днепровской конференции. В каждый дом 5000 экземпляров этой книги. Книги Адвентистской Церкви. Книги, которая показывает отличительные истины Церкви Божьей. Никто не имеет другой этой книги. Это дух пророчества. Это книга для последнего времени. И вот в каждый дом. Это у нас пилотный проект. И если он придет, пройдет благословенно, то собратья, которые в этом с нами будут участвовать, они готовы в нашей конференции и из города в город переезжать каждый месяц и проводить вот такой проект, спонсируя его и поддерживая его. Это благословение, друзья мои. Еще один проект мы имеем на 2022 год. Это румынский унион, наши соседи. Самый крупный унион Адвентистской церкви в Европе. Более 70 тысяч членов церкви. На февраль месяц готовится от 8 до 10 пасторов во главе с президентом униона приехать на территорию нашей конференции. И если это будет 8, то будет 16 общин. Если будет 10, будет 20 церквей, где они будут проводить евангельские программы, проекты, финансируя их румынским унионом. Это благословение, друзья мои. Это благословение. Мы ожидаем большую группу пасторов во главе с Петром Михайловичем Кулаковым, который также хочет в апреле месяце приехать в нашу конференцию и со своими братьями-коллегами поработать на нашей территории. И это тоже будет 16-20 общин. Это благословение, друзья мои. Это благословение. Сегодня мы готовимся и молимся, чтобы Господь благословил нас в этих евангельских проектах. Невзирая ни на какую погоду, ни на какие карантины, мы договорились не отменять, не отменять, не переносить, не отказываться, ни от какой возможности, чтобы проповедовать, приглашать и проводить. Я только закончил проект в Новомосковске. Со мной был Алексей Анатольевич. В субботу у нас на богослужении было, ну вот сколько свободных мест в зале, людей было больше. Больше. И большая половина – это были новые люди. Вчера мне пастор звонит и говорит, 15 человек с программой в пятницу вечером на служении. Вспоминают профессора, вспоминают проповеди. Благодарят, посещают церковь. Радует это или нет? Это очень радует. И это вдохновляет. Я этим делюсь с вами, потому что на молитвенной неделе, именно сегодня, мы должны обратиться к Господу, чтобы получить благословение на все это служение. Служение всей Божьей Церкви. Без Бога, без силы Святого Духа, излития этой благодати на всех нас. Но ничего не получится. Мы нуждаемся в особой мудрости для проведения этих евангельских проектов. Вообще для всего служения. И вот потому нам жизненно важна эта молитвенная неделя. Жизненно важна эта молитвенная неделя. Да, хочется сказать, Бог нас чудесным образом благословил и финансово, сверх ожиданий. Вот никто даже не ожидал. Начиная 21 год, уже карантин, понимали, что будет, как будет. Мы до конца не знали, сможем ли мы содержать штат служителей, пасторов. Но пришел март месяц, апрель месяц, июнь особенно, потом сентябрь, и Бог так благословил, друзья.
26% плюс. Мы смогли конференции профинансировать более 40 евангельских проектов. Самостоятельно, без поддержки и помощи. Это чудо. И у нас еще на 40 программ есть запас на следующий год. Благословение. Чудо. Это по молитве каждого из вас, молитве всей церкви. И это не на всей территории Украины, это на востоке Украины. И сегодня, когда мы видим, какие сигналы идут в экономике страны, вы слышите? Какая политическая ситуация? Какая военная ситуация? Скажите, тревога есть? Да, нельзя легкомысленно к этому относиться. Тревога есть. Но тревога должна вводить нас не в отчаяние и страх. А что должна делать эта ситуация? Она должна настать на колени и взывать Богу. Так или нет? И верить, что Бог не оставит. Бог не оставит нас и в 22-м году. Там мы нуждаемся в особой Божьей благодати, нуждаемся в Божьей защите, охране и благословении материальном, духовном и организационном. Очень сильно нуждаемся. Когда я говорю о молитве, я уже буду скоро заканчивать, я хочу один текст только прочитать, но всплывет история, которую вы хорошо знаете. Но там сегодня для меня очень важно одно только слово. Может быть, два. Два слова. Четвертая книга царств, четвертая глава. Четвертая книга царств, четвертая глава. И здесь я читаю с первого текста. Одна из жен сынов пророческих, и вот теперь внимание, с воплем говорила Елисею. Вы догадались, какое слово я здесь хочу выделить? Да. Да. Женщина пришла к пророку. У нее была очень большая проблема. Там было две проблемы. Первая, помните, она овдовела. Вдовство, сиротство. Это большая тема. Но сегодня можно сказать, что все люди, которые живут без Бога, это кто? Вдовы и сироты. Они живут без своего небесного Отца. И вот мы самые счастливые люди. Мы обрели небесного Отца. Мы приобрели небесную семью. Мы ушли от вдовства. А вот эта женщина, она вдова. Да, можно оставаться, к сожалению, вдовой или вдовцом и в церкви. Можно или нет? Можно. Если община холодная, если община не молится, если община – это не семья, можно быть в церкви и быть вдовцом. В семье можно быть вдовцом, имея жену, мужа, детей. Можно быть вдовцом, а по ощущению. Да, Иисус говорил, презирайте сирот и вдов. Почему? Потому что это особо тяжелое состояние человека. И вот эта женщина была вдовой. Вторая проблема. Мало того, что она вдова, она еще несет груз всех долгов, которые сделал ее муж. Серьезная проблема. Ой, что такое жить в долг? Это, опять же, жить без Бога, жить во грехе. Сатана дает нам долг, дает кредиты, и мы в этих кредитах, долгах греха. И вот решение проблемы, решение всех наших проблем. Мы начинаем молитвенную неделю. Решение проблемы начинается сегодня. Она с воплем говорила. Если бы просто говорила, ну, и мы это делаем. Если бы она молилась, а вот слово «воплем», как вы это понимаете?
Откуда шли слова? Просто уста? Просто разум? Это все внутренность. Все естество, и дух, и душа, и тело. В этом горе женщина с воплем говорила. Почему она к Елисею подошла? Елисей, в переводе на русский язык, означает «в Боге святость». Да, она пришла к Богу, святому Богу, и она решила все свои проблемы. Правда? Правда, она поучаствовала в решении тоже. Она поучаствовала, и Елисей не чудесным образом решил ее проблему, а он ее привлек к решению этой проблемы. И мы знаем, что проблема была решена. Были наполнены все сосуды. Сегодня, дорогой друг, брат и сестра, если вы пришли на это молитвенное служение и чувствуете, что ваш сосуд не наполнен вполне, если какая-то пустота, что-то угнетает, какое-то горе, что нужно делать? С воплем. И за эту молитвенную неделю Бог может собрать столько сосудов, множество. Ну, здесь и мы поучаствуем. И сколько будет сосудов, сколько будет проблем, сколько будет людей, все будут что? Наполнены и переполнены. Я желаю, чтобы на этой молитвенной неделе мы все были наполнены Божьей благодатью. Силой Святого Духа. И это решит все наши проблемы. Мы с верой и надеждой пойдем вперед. Мы переступим порог нового 2022 года. И с твердой верой будем идти дальше. Во всех евангельских проектах, в служении Господу и в ожидании Его славного пришествия. Дорогие братья и сестры, в добрый путь вам. На молитвенной неделе. Это будет старт. Это будет трамплин, который нас восхитит к небесам. Аминь. Помолимся. Боже Небесный, и в городе Харькове, и во всей нашей конференции церкви становятся на колени, чтобы с воплем взывать к Тебе. Да, может быть, мы сегодня пустые сосуды. Со своими проблемами, горем, переживанием, трагедиями. Но мы пришли к Тебе, к нашей святости. И просим, благослови нас. Благослови каждого члена церкви Харьковских общин. Благослови родных и близких наших дорогих членов церкви. Семьи, детей, внуков, чтобы никто не болел, чтобы никто не ушел преждевременно от этой язвы и болезни, которая пришла в этот мир, а чтобы Ты сохранил, и чтобы именно в этих обстоятельствах многие люди познали Тебя и Твою истину и пришли к Тебе, как дети. Прошу Тебя о пасторах, которые совершают здесь служение, пресвитерах рукоположенных, которых Ты отделил, чтобы совершать священнодейство. Благослови, Господи, особой силой Духа Твоего Святого, чтобы они с вдохновением, не воздыхая, а в радости сердца, несли то поприще, которое Ты возложил на каждого. Благослови семьи пасторов и детей. Благослови, Господи, дома собраний народа Твоего, наши молитвенные дома, церкви наши. И благослови финансовую сторону. Все дорожает. Мы не знаем, что будет с коммунальными, с газом, стоимостью, Господи. Но мы идем с верой, доверяя Тебе. У нас много евангельских проектов. И мы желаем, чтобы эти евангельские проекты стали благословением для сотен и тысяч новых душ, которые еще не знают истины спасения. Поэтому, Господи, невзирая ни на какие обстоятельства, соверши это служение в своей церкви на этой территории города Харькова и Восточно-Днепровской конференции. Услышь нашу молитву. Еще раз просим, благослови и прости нас. А Тебе слава, Тебе, нашему Богу Отцу, Сыну
и Святому Духу. Во имя Иисуса просим. Аминь. Дорогие наши друзья, вступая в эту молитвенную неделю, наверное, будет очень хорошо бросить беглый взгляд, тот взгляд, с помощью которого мы увидим тот путь, которым прошла наша Церковь. Сегодняшний 2021 год, он во многом является юбилейным годом. Если можно здесь погасить вот эти передние рампы, чтобы были лучше видны фотографии. Ибо сегодня, с одной стороны, в этом году исполняется 135 лет Церкви христиан-адвентистов седьмого дня на территории Украины. И одновременно с этим в 1906 году была основана Церковь христиан-адвентистов седьмого дня в Харькове. И поэтому в этом году исполняется и 115-летие нашей Харьковской Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Мы именно говорим церкви, единой церкви, ибо деление на общины, мы понимаем, носит сугубо условный, сугубо административный характер. Сегодня мы вместе с вами пробежим по десятилетиям этого периода и посмотрим, чем жила наша церковь на протяжении этого времени. Итак, 1890-е годы. Церковь адвентистов седьмого дня находится вне закона. Ее не просто не признают как конфессию, а это та церковь, которая находится вне закона. За переход из государственной религии в адвентизм грозило тюремное заключение, а в ряде случаев грозила каторга. Каторга в царское время обычно насчитывала, ее присуждали на 10, 15, 25 и даже 30 лет. Просто за переход в адвентистскую церковь. Просто за то, что люди становились адвентистами. За проповедь Евангелия была неминуема каторга. Причем здесь каторжным работам присуждали обычно на срок не менее 25 лет. А работа на каторге – это работа в те годы, в первую очередь, работа в кандалах. В то время как ножные кандалы в среднем весили 12-14 килограммов, а ручные 5-8 килограмм. И мы можем себе представить работать в подобных кандалах. При крещении в адвентизм было необходимо письменное разрешение представителя государственной религии. И, безусловно, такие разрешения практически никогда не выдавались с учетом закона. И вот в это время мрачного террора с точки зрения религиозной свободы, издается на русском языке книга Елен Уайт «Христианское воздержание», изданная в 1898 году. Это было действительно чудо. Идет гонение, церковь не признают, грозят каторжными работами, и здесь издание книги Елен Уайт на русском языке. На данном слайде мы видим фотографию первых служителей, которые осуществляли служение на необъятной территории тогдашней Российской империи. В центре служителей мы видим пастора Конради, видим пастора Бетхера, видим пастора Свиридова, пастора Григорьева. Первые служители, которые осуществляли пасторское попечение над общинами Российской империи, включая Украину. На данном слайде мы видим специальные рапорты, которые говорят о том, царского времени из архивов, что тот или иной человек переходит в адвентизм и нужно особой за ним осуществлять надзор. Первое десятилетие 20-го столетия. Оно знаменуется для Российской империи неудачной русско-японской войной 1904-1905 года и как финал этого
первой русской эволюции 1905-1907 годов, которая потрясла до основания некогда монолитное здание Российской империи. В результате этого были дарованы определенные свободы. И в частности, первые ростки свободы приходятся именно на это десятилетие, и именно в это десятилетие идет бурная проповедь Евангелия. Пользуясь первой передышкой, первой возможностью публичного проповеди Евангелия, публичного издания литературы, церковь сразу же использует этот момент. И с 1905 года в Гамбурге начинается издание первого на русском языке журнала «Маслина». Тогда же на это десятилетие приходится основание общины и в нашем городе Харькове 1906 год. В те времена проповеди осуществлялись с помощью пророческих карт. Они рисовались на большом полотнище, которое грунтовалось, затем наносились рисунки. Эти рисунки изображали основные события библейской пророческой истории. Пастор приезжал в тот или иной населенный пункт, натягивался данный холст, данный транспарант, говоря языком того времени, и по нему рассказывались и показывались основные вехи библейских пророчеств. Это был первый наглядный материал, который использовали наши пасторы первого десятилетия 20-го столетия. На данном слайде мы видим обложку одного из номеров журнала «Маслина», который издавался с 1905 года по 1913 год, и журнал «Вестник христианина», который издавался как приложение к журналу «Благая весть». Второе десятилетие 20-го столетия. Оно знаменуется началом в 1914 году Первой мировой войны, в которой, как мы помним, сталкиваются два больших военно-политических блока. С одной стороны, это Антанта, представленная Францией, Англией и Россией, и с другой стороны, это союз Германии, Австро-Венгрии и Турции, как основных действующих государств. Пользуясь тем, что Россия вступает в войну с кайзеровской Германией, правящая тогдашняя государственная церковь Российской империи объявляет адвентизм ни много ни мало, а целой шпионской сетью немцев на территории России. Таким образом, каждый адвентист, не говоря уже о пастыре, становился в глазах людей не просто сектантом, а шпионом, диверсантом, предателем. В 1914-1915 годах массово закрываются адвентистские общины, массово арестовываются служители. Фактически на всей территории бывшей Российской империи не остается ни одного свободного пастора, которого бы не заключили под стражу, и практически везде богослужения церкви прекращаются и переходят на подпольный режим. Одновременно с этим, с Первой мировой войны, возвращаются солдаты, которые знакомятся от тех же немцев, австрийцев, венгров, с адвентистской вестью и приносят весть Евангелия, в том числе журналы, издаваемые на русском языке в Гамбурге, на наши земли. И в частности, первые такие солдаты, возвратившиеся с войны, были и приходили в наш город Змеев. И одни из первых ростков Евангелия, которые были посеяны в Змееве, а в будущем и в Алтюховке, это были именно солдаты, вернувшиеся с Первой мировой войны. В это время в Харькове осуществляют служение пастора Крайнюк, Реймер и Свиридов. Богослужения проходят на улице Котлова, современной. Сегодня сохранился это здание, где были первые богослужения Первой Адвентистской Церкви. На данном слайде мы видим рапорты из архивов, которые говорят о том, что, в частности, Таврической губернии, что адвентисты являются сектантами, являются агентами кайзеровской Германии. На данном слайде мы видим фотографии некоторых пасторов, которые были тогда арестованы,
опубликованы, в частности, пастор Лашко и пастор Лабренц. Пастор Лабренц публикует в журнале «Благая весть» за 1917 год интересные воспоминания, которые так и названы «Мои воспоминания на каторге». Он пишет свои воспоминания о том, какие ужасы он претерпевал, находясь в заключении за Слово Божие, и он был выпущен из тюрьмы только в феврале 1917 года в результате февральской революции. На данном слайде мы видим книгу «Нагорная проповедь», которая удивительным образом, вопреки всему, как говорится и всем, была издана в Петрограде в 1915 году. На данном слайде мы видим журналы, которые издаются в то время. Это журнал «Благая весть». Он издавался с 1913 года по 1919 год. И номера журнала «Голос истины». Первых выпусков в год шел один выпуск. Один был выпуск в 18 году, один в 19 году, один в 20 году. Примечательно, что выпуск этих журналов был сопряжен с очень большим риском для тех людей, которые его осуществляли, все у тех обстоятельств, что мы с вами оговорили. 20-е годы 20-го столетия. После Октябрьской революции 1917 года, как это ни парадоксально, в стране впервые наступает религиозная свобода. И во имя с 1917 года по 1928 год назовут десятилетием религиозной свободы. Это было время, когда чуть позже стала осуществляться советским правительством новая экономическая политика. И тогда впервые, согласно Ленинской конституции, была гарантирована свобода не только антирелигиозной пропаганды, но и религиозной пропаганды. И в нашем городе Харькове тогда, в 20-е годы, было очень модно проводить религиозные диспуты в театрах, в домах культуры, диспуты на религиозные темы. Старые члены церкви оставили воспоминания, в частности, жена покойного Алексея Анатолия Александровича, на больших таких театральных тумбах вешались объявления о том, что там-то и там-то будет происходить диспут на религиозные темы. Одновременно с этим впервые, как мы сказали, были освобождения верующих от служб в армии. Это был декрет 1918 года, и верующие получили право не служить в армии. Были открыты и публичные диспуты, и в Харькове осуществляют работу очень интересные служители, очень яркие служители, которые оставили видную роль во всем мировом адвентизме. Это пастор Рейф Шнейдер, Ефимов и Теппоне. Здесь мы видим телеграмму от временного правительства, которое провозглашает впервые религиозную свободу. Они отправлялись на все места, и в которые провозглашается, что отныне все узники религиозной свободы должны быть выпущены. На данном слайде мы видим молитвенные чтения, которые издавались в 20-е годы легальным способом, в 25-м, 26-м, 27-м годах. Видим журнал «Голос истины», выпуск которого был возобновлен в 1925 году и закончился он первым номером за 1929 год. На данном слайде мы видим пастора Карла Александровича Рейфшнейдера и Сергея Семеновича Ефимова, двух выдающихся служителей города Харькова. Кстати, пастор Рейфшнейдер являлся отцом знаменитой адвентистской поэтессы Ольги Гончаровой, авторов очень многих стихотворений, в частности, стихотворения знаменитого «Константская башня». И очень многие псалмы были написаны инициалами ОГ в сборнике «Псалмы Сиона». И пастор Ефимов был очень яркий, очень интересный проповедник, который в те годы обслуживал харьковскую общину. Эта фотография сделана в Харькове, семья пастора Ефимова. Здесь мы видим первый молодежный кружок Харьковской церкви 20-х годов и будущая регент Валентина Ивановна Голубева, или потом уже Валентина Ивановна Алексеева. 30-е годы. В 30-е годы церковь объявляется вне закона. В САСТ Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня был распущен. Было расстреляно около 250 рукоположенных служителей. А репрессировано и погибло в период более 3000 членов церкви. Из пасторов Харькова в эти страшные годы погибают пастор Васюкович, Антон Васильевич, отец, многие мы ее хорошо помнят, Васюкович Лию Антоновну, и пастор Виталий Тарасовский.
На данном слайде мы видим правительственные телеграммы, правительственные постановления за подписью Сталина, которые сохранились в местных архивах, и в частности постановление троек о том, кого нужно привлекать к ответственности за антигосударственную деятельность, куда попадали и члены церкви. На данном слайде мы видим фотографию последнего московского пленума в Сазда, всесоюзное руководство адвентистской церкви того времени. Все эти служители, кроме единственного пастора Григорьева, будут арестованы, расстреляны и погибнут в сталинских лагерях. Все руководство церкви того времени, президенты дивизиона, униона, конференции, говоря современным языком. На данном слайде мы видим фотографии пасторов, которые гибнут в то время. Их очень много. Это пастор Вильсон, пастор Кучерявенко, Деревинский, Церат, Гриц, пастор Гайдишар. Мы видим фотографию пастора Лепсака, пастора Жукова, пастора Лепсака-младшего, Войткевича, брата Фердинанда Гайдишара и, наконец, пастора Лепсака-старшего, человека, который возглавлял адвентистскую церковь на протяжении около 30 лет, который погибает в сталинских лагерях. Данная фотография сделана из его мест заключения, и мы видим страшные гематомы у него в области лица, которые говорили о страшных избиениях, которым подвергался этот уже более чем 70-летний человек. На данном слайде мы видим анкеты арестованного пастора Деревинского, видим архивные дела арестованных и расстрелянных затем служителей. Мы видим постановление троек, страшных троек на расстрел. Ибо в 30-е годы количество репрессированных было так велико, что суды уже не справлялись с работой. Поэтому специальным постановлением Совета народных комиссаров создаются специальные тройки, куда входил первый секретарь райкома, куда входил первый секретарь райисполкома и куда входил представитель обычно НКВД. И эти тройки судили людей, приговаривая их к смерти. История того времени нам донесла доносы, которые писались, в частности, на наших служителей, их сокамерниками, и они, желая себе что-то делать, представляли наших служителей, в частности, пастора Деревинского, что он якобы подговаривал людей к антисоветской деятельности. На данном слайде мы видим еще предрепрессионные фотографии Харьковской церкви, пастор Васюкович, его жена, члены церкви того времени. Мы видим еще одну фотографию Харьковского хора вместе с пастором Тарасовским. На данном слайде мы видим приезд пастора, когда пастор Тарасовский был в Харькове, приезд Церата, приезд Титаенко Константина Ефимовича в Харьков. На данном слайде мы видим большую фотографию общества адвентистов седьмого дня. Мы видим 32-го года. И здесь на переднем плане Павличенко, один из первых адвентистов Харькова, и фактически пастор, который долго обслуживал церковь, будучи пресвитером и помогая рукоположенным служителям. Мы видим крещения, которые были в начале 30-х годов в Харькове. Видите, сколько людей крестилось. Крещение осуществлял пастор Васюкович. Вот стоит его жена. Вот они вместе с женой, со своей супругой. Он будет арестован, когда его дочке будет 3 года, и она фактически очень смутно будет помнить своего отца. Мы видим пастора Тарасовского, который также погибает в этих страшных жерновах 30-х годов. Видим семью пастора Теппоне, который с 22 по 25 год возглавлял церковь города Харькова, и который будет расстрелян. Причем, что интересно, что его семье сообщали вплоть до 42-го года, что он жив. И они получили справку в 42-м году, что он умер якобы от заболевания, находясь в заключении. И только уже в 89-м году они узнали, что на самом деле он был расстрелян еще в 37-м году. И 5 лет семья думала, что он жив. Семья молилась о нем, полагая, что он находится в лагере, а 5 лет человека уже не было в живых. Мы видим крещение в Харькове, которое в начале 30-х годов осуществляет пастор Тарасовский. 40-е годы. Оттепель в отношении церкви в конце войны. Начинается оттепель, начиная с 43-го года. Впервые происходит регистрация общин, воссоздание Всесоюзного совета адвентистов седьмого дня. В Харькове работает пастор Васюков.
Мы видим первый послевоенный всаст пастора Мацанов, Григорьев, Мельник, Яковенко, Гараджев, первое послевоенное руководство. Мы видим пастора Абрама Дмитриевича Васюковича вместе со своей женой, который также отбывал длительный тюремный срок, находясь в тюрьме за Слово Божьего. Мы видим общину в Харькове 1948 года, 2 июля, во главе с пастором Васюковым, 50-е годы. Наступление Хрущева на религию. С одной стороны, это время религиозно-политической оттепели, с другой стороны, наступление на религию. Это время общественных судов и одновременно бурной миссионерской деятельности, которую осуществляет пастор Мацанов Павел Андреевич, выдающийся адвентистский руководитель, руководивший церковью с 1952 по 1981 год. В Харькове в это время работает прекрасный пастор Ермоленко Василий Семенович и пастор Трусюк Николай Григорьевич. Мы видим фотографию пастора Мацанова, видим пасторов, которые тогда обслуживали Харьков, Ермоленко Василий Семенович, Трусюк Николай Григорьевич и приехавший Гараджев Алексей Георгиевич. Мы видим одно из первых крещений препастора Ермоленко. Во время этого крещения принимает крещение на реке Уды Алексеев Анатолий Александрович, который сыграет видную роль в истории адвентизма не только Харькова, но и бывшего Советского Союза. Мы видим харьковский хор, который был препастором Ермоленко. Мы узнаем сиротинскую Лидию Тихоновну, фактически единственную, которая жива из всего этого хора на сегодняшний день. Остальных всех хористов в живых уже нет. Видим Лию Антоновну, здесь, я думаю, вы видите много знакомых лиц: Алексеева Анатолия Александровича, Карашникова видим. Видим замечательного человека Бондаренко Виктора Ивановича, у нас сегодня его дочка присутствует, поэтому также человек, оставивший добрый след. Мы видим одну из первых молитвенных домашних церквей, которая собиралась на дому у мамы Лии Антоновны, Анны Сидоровны Васюкович, дочки расстрелянного служителя. В 1961 год, роспуск в Сазда, церковь объявлена вне закона, попытки властей сделать разделение церкви изнутри. В Харькове работают пастор Мацанов и один из ближайших его помощников в Харькове пастор Осмачко. Мы видим церкви, фотографии церкви того времени, и вновь, когда смотришь на вот эти слайды, может быть, я кого-то единственно не идентифицировал из детей, членов церкви всех, фактически здесь жива, по-моему, только сиротинская Лидия Тихоновна. Единственный человек, может быть, если кто-то кого-то узнает из детей, вы мне скажете, будет интересно. Харьковская церковь того времени – это помещение на улице Сущинской. Видимо, репетиция хора того времени, струнного оркестра, которым руководила Валентина Ивановна Дурманенко. В 1971 год бурная миссионерская деятельность, хотя церковь объявляется полностью вне закона, идут аресты членов церкви, занимающихся активной миссионерской деятельностью. В Харькове продолжает руководить церковью пастор Мацанов и его представитель пастор Титков. И на этот период падает очень важная деятельность Алексеева Анатолия Александровича по созданию диафильмов, картин, журналов, которые тогда машинописным образом распространялись по всей территории Союза. С этой фотографии на нас смотрит выдающийся адвентистский руководитель 20-го столетия наравне с Бабиенко, наравне с Мацановым, Зазулин Михаил Семенович, организатор миссионерского огромного поля, проекта. Чтобы представить себе объем работы церкви, которая была осуществлена при Зазулине, мы помним, несколько раз приезжал в наш город, было, что он в 1961 году на территории Сибири принимает 310 членов, оставляет в 10 раз больше. Церквей принимает 8, оставляет 46. Служителей принимает 9, оставляет 73. И это на фоне тотальных гонений, на фоне, в принципе, непризнания церкви государственной властью. Издаются диафильмы «Он воскрес», «Яд жизни», «Семья», «Есфей», «Великая борьба», «Трехангельская весть». Издаются журналы машинописные «Бросаемые бури», «Христос и семья», «Сеятель», «На что твое благословение», «Семья служителя». Примечательно то, что Сибирское поле имеет прекрасное административное деление, словом, эти фотографии журнала, которые издавались в те далекие годы, фотографии Алексеева Анатолия Александровича. 81 год. Воссоздание всесоюзной организации, основание Заокской академии, основание радиостанции «Голос Надежда». В Харькове работают пасторы Титков, Осмачко, Воронюк, Дрозд Степан Степанович.
Видим Харьковский хор, Алексеевский того времени. Здесь есть еще представители этого хора, которым тогда руководила Надежда Дьяконова. Видим молодежь Харькова того времени, она сегодня представлена тоже, и сегодня многие из молодежи здесь сидят. Мы видим здесь и Олега Константиновича здесь видим, видим Цацку. Кого мы еще видим, друзья? Владимира Осмачку, Надю Дьяконову, Дзюбанову Елену Ивановну, многих других вы здесь уже узнаете. Мы видим Харьковскую церковь того времени. Здесь сидят, мы видим жатвенные, которые проводились в те времена, видим молодежь того времени, 80-х, начала годов, струнные оркестры, хоры, встречи молодежи, в том числе пары иностранцев, богослужение того времени, пастора Волонюка Николая Иосифовича со своим неизменным большим барабаном. 80-91 год, миссионерские концерты, бурная проповедь Евангелия, программы Гилли, Тиранского, Олейника, Ребанта. Также это вроде бы было совсем недавно, большие сводные хоры, Гапон Тамара Антоновна, которая тогда открывала эту большую евангельскую программу представителей. Видим программу Гилли, пастора Гилли, который благословляет крещаемых. Видим еще одну программу Гилли. Здесь Гапон Виктор Никитович, мы видим членов. Вспоминаем пастора Гапона Владимира Викторовича, который благословляет очередную пару, молодой дорос Степан Степанович. Приезд Тиранского, он в гостях, у Степан Степанович, у Надежды Ивановны, переводчица Тиранского, Сафа Любовь Григорьевна. Выдающийся служитель Олейник Михаил Георгиевич, прекрасный богослов, церковный администратор. Приезд Ребанта в наш город и проведение программы, газеты, которые издавались для заключенных, новое тысячелетие, эпоха спутниковых программ, миссионерские книги года, программы Картера, Бутова, евангельские программы уже наших дней, о которых говорил сегодня Лев Пантелеевич. И невольно возникает вопрос, каким будет новый 2022 год. Священное Писание нам всем в контексте этого дает очень известные, знакомые, но очень важные для каждого из нас слова. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Нам действительно оставлено прекрасное духовное наследие, наследниками которого мы являемся. Эти люди оставили прекрасный след в становлении нашей церкви, как в масштабе всей страны, так и у нас здесь, в городе Харькове. И пусть нас Бог поможет, чтобы мы были достойны наших предшественников, и чтобы мы, как бы это громко ни звучало, выполнили ту очень важную весть, весть проповеди Евангелия, трехангельскую весть, которой посвящены сегодняшние наши молитвенные чтения. Аминь. Как трудно жить, когда
защиты Твоей. Молюсь я больше, и сила моя в Тебе. А когда рядом Ты, не страшна мне беда. Мой Искупитель, мой Бог и моя звезда. Дорогие друзья, хочу сказать, что наши несколько опытов, 9-я и 1-я община. Потом хотелось бы помолиться с вами, и каждый из пасторов продолжит эту цепочку потом. Сегодня в 1-й общине, насколько я вижу, самое непростое – это чтобы те люди, которые, вы знаете, наш храм знают или этот дом Божий знают с тех лет, и они зареклись сюда приходить, и не, что бы мы ни делали, они уже говорят, мы не придем. Это церковь, не церковь, секта и так далее. И вот мы хотим завоевать и эти души, эти дома. Ну, когда-то же была пропаганда такая сильная, уже 20 лет нет этой пропаганды. Но те люди, они либо уже в возрасте, либо умерли, и у нас новое поколение рядом здесь. С одной стороны, поколение это какое сейчас, как вы чувствуете? Которым Бог и вера, ничего, им ничего не нужно. И, естественно, это мода, это что им нужно? Выпивка, наркотики, мальчики, девочки и так далее. Они не вылазят с телефонов, и как-то современная жизнь их захватывает больше. Что мы решили делать? Мы решили молиться и что-то как-то предложить, подружиться. Хотя бы с теми людьми, которые вокруг нас. И все проекты, которые мы здесь делаем, мы как Господь хотим послужить детям. Первое, с кем мы подружились, это с детьми, которые здесь вот рядом бегают, и им надо территория. А в церкви есть территория, да? Кто из вас не лазал по деревьям? У нас тоже есть деревья. Я смотрю, дети карабкаются на ту абрикосу. И мы взяли и лестницу им прибили, чтобы им легче было залазить. О, детям понравилось. Просят еще что-нибудь туда прибить. Мы прибили еще досточку. Потом я им колесо повесил. Если... Тут, конечно, все взрослые проходили, говорили, вы что? Детство нам напомнили. И мы потихонечку начали дружить и проводить с этими детьми каникулярные школы. Потом Дружбаландия, вот такие встречи. Батут, я помню летом, когда мы поставили, когда община Ветика дала нам батут, и мы поставили, о, здесь столько было радости, прыганий. Еще вы видите здесь небольшой сад такой, ну как бы сад, клумба появилась, тут трава, и я иногда поливаю, что-нибудь мы поливаем. Ну а детям что нужно? Побрызгаться. И я люблю их облить. И вот мы тоже подружились. Они говорят, вы держите, а мы будем стоять или бегать так. И вот они прибегают. И вот так мы потихонечку подружились. То купаемся, то обливаемся. Ну и кто из детей не любит кушать? Поэтому каждый раз надо что-то и вкусное и так далее.
Я считаю, что это один из ключей завоевать детей. Когда-то католическая церковь сказала за Польшу, помните, когда она стала протестантской, они сказали, дайте нам детей, и мы вернем страну. За 20 лет они вернули. Вот это наш подход. Надо дети и молодежь. Поэтому пока наши евангельские проекты такие, дети, молодежь, каждое воскресенье, кроме этих каникулярных школ. Мы пытаемся к родителям, у нас здесь есть фитнес, у нас здесь еще что-то есть. Мы проводили с психологом встречи, но взрослые все равно осторожно, осторожно. Но будем дальше делать. С профессором Алексеем Анатольевичем проводили здесь встречи. Это тоже, это работает, друзья. На здоровье люди очень-очень. 8 января... 8. Мы договорились с Алексеем Анатольевичем, у нас будет рождественские несколько евангельских встреч. Прошу молиться. 8 января уже мы с ним в 5 часов здесь будем делать эту программу здоровья. Если у вас есть знакомый, и вы хотите его привести, тогда и вам будет сделано УЗИ. Договорились? А так нет. И хотелось бы, чтобы наши соседи пошли, чтобы они поверили. Мы очень молимся. У нас однажды, вот мы просто молились, расскажу вам два опыта. В пятницу у нас богослужение, приходит женщина, стоит возле ворот. И я говорю, а что вы стоите? Она говорит, а это же адвентистская церковь, да. А я, говорит, хочу здесь креститься. Первый раз я ее вижу. А кто вы такая? Ну, я, говорит, моя мама баптистка, я хожу к баптистам, и меня пастор готовит к крещению. Но я, говорит, не согласна. Субботу надо светить. А там мне говорят воскресенье. И мы с ней начинаем изучать Библию. Мы изучаем Библию, 27 уроков. Она 24 проходит и останавливается. Очень трудные были уроки о загробной жизни. Это потому, что баптистское учение. Где-то 3 недели мы проходили их. Она прошла все-таки. И вот на 24-м уроке она останавливается. Потом у нее был день рождения, я ее поздравил. И вот она на этой неделе мне сказала, Евгений Иванович, я, наверное, не буду продолжать изучать Библию с вами. Я не могу принять одно из учений о триединстве Бога. Я молюсь, мы с ней пообщались, она хочет приехать, потому что у нее удивительный путь. Она не может там быть членом церкви, она соблюдает субботу. И она остановилась почему-то. У нее какое-то представление есть, может, о Духе Святом, может, еще о ком-то. Не знаю, прошу вас молиться. Бог чудо сделал. Второе чудо – это в одну из суббот мы готовимся к служению. Я смотрю, 2 девочки заглянули, там молодежный класс. 2 девочки заглянули. И раз, и спрятались, и убежали. Обычно молодежь заходит, никого не боятся. Это я должен бояться уйти, прийти или уйти. А они раз и ушли. Потом через время опять они поднялись. Просто девочки-студентки. Не верующие такие, не никто. Просто Бог их побудил. Они учатся здесь, в каких-то сел. Приехали, и их Бог побудил. Недавно они там в молодежном классе у Беллочки спрашивают, это принципиально, чтобы мы не в брюках были, а в юбке? Белла говорит, ну нет, они еще. Но они уже ходят в юбке и посещают богослужение, посещают урок субботней школы. Это Бог просто делает чудо. Друзья, мы продолжаем. Мы хотим, чтобы наш двор поменялся. Вы видите, хотим на улице кое-что сделать. У нас есть проекты. 9-я община вступает в проект после, но нам надо крышу сделать. Там, если вы знаете, из 2 зданий состоит, и вот этот переход от старого в новое. Мы хотим сделать эту крышу и поднять там здание и закончить. И потом пойти тем же путем. Программа для детей, программа для родителей, для соседей. Вы знаете, мы так мало делаем соседям, и вот мы хотим... Особенно там рядом с нами живут такие другие национальности. У них много деток. И мы хотим подарить тоже великую борьбу, как в Дергачах. Какой-то рождественский или новогодний подарочек. То есть подружиться. Вначале Иисус служил, дружил, а потом что-то делал.
Вот такие наши планы, такие наши переживания. Мы просим, чтобы вы молились о нас, и пусть Господь благословит всех нас. Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты доверил знамя Церкви, знамя Трехангельской вести Твоей Церкви. И хотим попросить Тебя, дорогой Господь, как это Евангелие, научи нас донести до людей вокруг нас. Они убегают даже иногда. Но я заметил, что дети их прибегают сюда. И я верю, Господи, что эти дети могут стать Твоими миссионерами. Помоги нам их согреть. Благослови клуб, который открывается здесь, следопытов. 15 января должен открыться клуб следопытов. Елизавету, Дмитрия, всех, кто трудится в этом клубе, благослови. Дай мне мудрости. Благослови, Господи, эти евангельские контакты за Екатерину, прошу, за молодые души, за интернациональную церковь студентов, которые сейчас возвращаются, и создается новая тоже церковь. За ремонт в Харькове, в Харьковской 9-й общине, в 1-й. За все эти проекты, Господи, новых людей. Ты доверяешь нам многое. Душа стоит, как жизнь Спасителя. Благослови нас привлечь какую-то душу к Тебе. Благослови эти церкви Духом Святым во имя Христа. Аминь. Чем же я тебе?
миллионы раз. Харьков 2, община и Дергачи, которых я являюсь пастором. Что можно сказать? По пятницам мы пробуем. Вы знаете, я такого проекта, честно говоря, не видел нигде никогда. Пятикнижие. Но мы уже дошли до Второзакония 7 главы. И спасибо Александру Федорову, он снимает, поэтому на Мосе пророки. Я сам обогатился, когда стал изучать вот эти все книги. И понимаю, насколько мы иногда обедняем сами себя, что мы не изучаем пятикнижие. Мы сейчас в субботней школе рассказываем, как Христос на второзаконие ссылался. Но мы как-то ограничили себя из всего пятикнижия 10 заповедями и думаем, что это нормально. На самом деле, когда мы изучали вот уже 2 года пятикнижие, то там оказывается очень много чего, чего нам необходимо, а мы, может быть, даже не догадываемся, что оно есть. Ну, потом, вот сегодня поедем в 7 часов снимать. Уже дошли до 20 главы Откровения, ну и субботняя школа. Началась она из-за ковида, начали мы снимать. Ну сейчас 30, где-то больше 30 стран смотрят нашу субботнюю школу по понедельникам. Во второй общине мы сделали ремонт вестибюля, коридоров и крышу. Отремонтировали где-то треть крыши, у нас стекла. У нас планы беседку сделать, потому что у нас большой двор, но когда жара, детки там бегают по этой жаре. И беседку сделать, и сделать плитку во дворе. И я вообще благодарен Богу за вторую общину. Знаете, сам я в любой общине как-то очень многому учусь. Вот я смотрю детские отделы, следопытские во второй общине, это супер. И у нас две девочки, я их ласточками хочу назвать, это Алиночка и Анечка в этом году приняли крещение. Я думаю, немаловажную роль здесь играл как раз детский, подростковый наш следопытский отдел. Ну, в Дергачах там все было гораздо сложнее. Я уже, знаете, думал, что я уже ничего строить никогда не буду. И я, когда при моем президентстве покупали здание в Дергачах, я так думал, ну, не завидую этому пастору, который будет... Ну, у нас просто денег больше не было. Поэтому купили здание, в котором там стена одна отходила. Ну, кто был, знает, там ее уже пеной задували, эту стену. Ну, и тем не менее, оказался пастором в Дергачах. Поэтому эта история краткая, длинная. Сделали мы там полностью, сделали помещение с бывшей бухгалтерии. И я очень благодарен братьям. Работали пасторы, мне помогали. Олег Константинович, Аветик Дорбинян, Степан Степанович иногда приезжал. И, конечно, вот братья Александру Николаевичу хочу выразить Железнякову большую благодарность. Знаете, я вот наблюдал, человек не из нашей общины, из Дергачевской, но никогда, и мы в мороз с ним там работали, и в дождь, и в любую погоду, потому что хотели успеть. Поэтому сделали мы помещение на 30 человек, но этого оказалось для нас мало, и мы потом стали строить уже большой молитвенный зал на 90, ну почти на 90 квадратов. И вот уже, вот представьте, ни денег у нас толком не было, ничего. И Бог как-то благословил. Мы находили спонсоров, искали деньги. И сейчас уже почти мы дошли до того, что вот стены начнем шпаклевать. Стены, то есть помещение полностью. Ну, с нуля сделали. Крыша, стены, все это. И я думаю, что скоро у Дергачевской общины будет молитвенный дом. Я думаю, что это можно романы писать, как это все получилось. Это слава Богу, потому что это были чудеса. С тех средств. И опять же, я благодарен пасторам. Знаете, сейчас раньше, я помню, когда мы строили ХТЗ, и когда строили, когда при мне начиналась стройка 8-й церкви, потому что цокольный этаж, это ж я там был пастором, мы построили до перекрытий, то я помню, у нас рядовых членов собиралось до 40-50 человек на стройку. Ну, сейчас, в основном, если пасторов не было, вот, Олега Константиновича, то я не знаю, приходилось бы нанимать кого-нибудь. Но нанимать это тоже у нас деньги были только на материал. Поэтому слава Богу, что вот это все
есть, и нам планируемой великой борьбы во второй общине мы 500 штук закупили и 150 желаний веков, и планируем разносить эту литературу, сделаем такие флаерки туда будем вставлять, чтобы люди читали. Ну и вот в Богодухове тоже меня предложила конференция провести программу. 8-го 5000 начнем разносить. Ну, решили в каждый дом разнести великую борьбу. Приедут ребята, целая бригада нам помогать в этом проекте. Ну, а 22-го будем пробовать проводить программу в Богодухове. Ну, вот такие планы. И планы у нас где-то в следующем году провести и во второй церкви, и в Дергачах тоже, ну, евангельские, вот евангелизации провести. Ну, и последнее, что хотел бы всем порекомендовать. Знаете, мы очень много делаем для других людей. Покупаем подарки, пакеты. Вы знаете, один раз я просто столкнулся, будучи президентом, когда у меня одна сестра, как у президента, просила для своей внучки на операцию в Германию. И мы не смогли ей помочь. И девочка умерла. И я после этого в любую церковь, когда прихожу, начинаю помогать прежде всего кому? Кому? Ну вот за год мы 33 тысячи помогли нашим братьям, сестрам на операцию, на лечение, на все. Потому что я думаю, если мы этого не делаем, а очень много подарков раздаем вне, то мы нарушаем Писание, которое говорит, помогай кому. Прежде всего по вере. Потом у нас каждая третья суббота – это сбор. И вот очень приятно, когда, знаете, приходим в больницу и помогаем на операцию сестре. Мы пришли там со старшей диаконисой. А все спрашивают, а кто это такие в палате? Ну, в палате 5 человек лежало. Это что, твои родственники? Она говорит, это родственники по духу, по вере. И начинаешь рассказывать, что мы за родственники. То есть, такой хороший момент для проповеди Евангелия. Поэтому помогайте своим по вере, тоже не забывайте. Пусть Господь благословит, хотелось бы и помолиться. Отче Небесный, благодарность Тебе великая за то, что было сделано в этом году и в Дергачевской общине, и в Харьков-2. Спасибо, что такими чудесными людьми, братьями и сестрами Ты привел меня. И благослови каждого члена этой общины. Особая молитва о тех, кто, может, уже не ходит давненько, кто остыл в вере. Ты знаешь, Господи, наш список, о котором мы молимся постоянно. Не оставь без милосердия Твоего и наших больных, и немощных, и слабых. Но самое главное, благодарность, что двое молодых в этом году приняли, прекрасные такие наши девушки, приняли крещение. Благодарность за детский дел, за следопытское служение, которое тоже является евангельским. Благослови, чтобы как можно больше молодежи. Благослови программу в Богодухове. Потому что мы понимаем, что это непростой город, очень такой православный, заряженный. Но не оставь без милосердия этого, к Тебе взываем. Благослови наши программы, вот разнос великой борьбы, желание веков. Благослови нас закончить молитвенный дом в Дергачах, и самое главное, чтобы он был заполнен. Благодарности за братьев, которые помогали. И пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено в том, что Ты будешь продолжать делать в нашей жизни и в новом году во имя Христа. Аминь.
Мир вам, братья и сестры. Сегодня мне выпала честь представлять 4-ю, 7-ю общины нашего города, а также общину Волчанска. И хотелось бы начать слово из назидания для церкви. Это книга «Молитва» Елены Вайт. Если вы усвоите уроки, которые посылает Бог, они помогут вам в свое время. Уповайте на Бога, чаще молитесь и тверже веруйте. Если вы будете доверять, надеяться, верить и крепко держаться за руку безграничной силы, то станете более чем победителями. Истинные работники живут и трудятся верой. Иногда они утомляются и устают, видя, как медленно дело движется вперед. Насколько ожесточенно битва ведется между силами добра и зла. Но если они не пожелают уступать или воспротивятся разочарованию, то увидят, как тучи рассеиваются, а обетование избавления исполняется на их глазах.
Сквозь туман, которым сатана окутывает их, они видят сияние ярких лучей солнца правды. Действуйте с верой, а результаты предоставьте Богу. Молитесь с верой, и тайна Его проведения даст вам ответ. Иногда начнет казаться, что вы не в состоянии добиться успеха, но трудитесь и верьте, вкладывая свой труд в веру, надежду и мужество. Сделав все, что выше в ваших силах, уповайте на Бога. Возвещайте о Его верности, и Он исполнит свое слово. Уповайте и ждите не с тревогом и недовольством, но с непоколебимой верой и доверием. И вроде бы сказаны простые слова. И из прочитанного лично я могу сделать такой вывод, что в нашей жизни есть и как тучи, и также есть и солнечный свет. Я думаю, что и в вашей жизни, и в жизни церкви происходит ровно то же. И что касательно молитвенных просьб, я думаю, что тоже они приблизительно у каждого из нас и в целом у церкви одинаковы. И пример тому был на прошлой неделе в нашей общине, смотрел ролик, где Лев Пантелеевич, ну, было его слово, да. И сегодня пребываю в другой церкви и слушаю то же самое. И что мы слышим? Я думаю, что это не зря в моей жизни лично произошло. Почему? Потому что вряд ли кто-нибудь из вас слышал его дважды, это послание. Вот. И там были сказаны такие слова, что миссионерская деятельность, ремонт молитвенных домов, здоровье членов церкви. И все это правильно. И все это одинаково касается каждого из нас и церкви в целом. И также сегодня я хочу и наши нужды представить, наших церквей, которых 4, 7 и города Волчанска. Они тоже не будут сильно отличаться от ваших. Это миссионерское служение, просьба такая молиться за миссионерское служение в новом 2022 году. Также существует вопрос об оформлении документов в нашей церкви, церкви ХТЗ. Слава Богу, что на это есть деньги. Также единство в общинах тоже это вопрос актуальный, не только в нашей церкви, я думаю, для всех. Здоровье братьев и сестер, тоже мы это все с вами слышали. Ну, что касается солнечного света, за которым после тех туч, которые в нашей жизни бывают, община города Волчанска хотела бы поделиться вот таким вот опытом светлым. Что в Волчанске в этом году только тротуарные плитки вложили во дворе и перед двором молитвенного дома почти на 70 тысяч гривен. Были спонсорские деньги для развития детского подросткового служения, следопытского лагеря, клубов за чашкой чая. Ну, это ихняя просьба озвучить эту радость. И я хотел бы пригласить церковь помолиться за все те нужды, которые были высказаны перед Богом и вами. Великий наш Господь, мы Тебе благодарны, что все это время Ты вел нас. И в 2021 году, и мы живы, Господи, действительно стоим пред лицом Твоим. И можем строить планы, молиться Тебя и умолять Тебя, Господи, чтобы Ты пребывал с нами рядом, чтобы Ты благословлял наши просьбы, наши стремления, Господи, чтобы Ты освятил Духом Твоим Святым. Благослови также и народ Твой, чтобы мы верили в то, что Твоя поддержка и помощь, она всегда рядом, даже если мы этого и не замечаем, Господи. Помоги нам идти по пути в Царствие Твое Небесное, Господи, чтобы достигнуть Твоего небесного Ханаана и обещанной Тобою земли. Просим ради Иисуса Христа. Аминь. Представляя Пятую Церковь, хотел бы вспомнить библейский текст, который говорит «бедная, бросаемая бурею». Что это значит? Это значит, что из 9 общин города только 2 не имеют своего помещения. Мы благодарны первой общине, которая приютила нас в трудную минуту. Спасибо. Буду краток. 3 минуты, которые у меня есть, хотел бы сказать коротко о нашей церкви. Это особенная община, потому что она находится в центре, потому что она образованная,
потому что в ней доктора наук, вы, наверное, это хорошо знаете, и, наверное, своя миссионерская работа, которая должна ожидать нас. О чем хотел бы просить молиться? У нас проводится медиаслужение, я благодарю братов, брата Максима Анатольевича, который заботится об этом, что каждую субботу выходит в эфир трансляция субботнего богослужения нашей церкви. Да, нам нужно расти, молитесь и об этом. У нас есть помещение, которое принадлежит церкви, оно находится в страшном состоянии. Это предмет молитв, и мы желаем все-таки приступить к какой-то реконструкции, работам для того, чтобы оно имело вид. Мы хотели бы проводить миссионерские программы, и вот мы определенные надежды связываем с тем, что Сергей Борисович рассказывал о программе в Богодухове, которая будет по великой борьбе. У нас были такие планы и желания подобную программу дальше провести и в Пятой Церкви. Поэтому просьба молиться о нас, и я хотел бы вместе с вами попросить вас сейчас поддержать нас в молитвах. Приглашаю к молитве. Любящий Небесный Отец, благодарим, Господь, за то, что Ты собрал нас, за то, что Ты даешь нам возможность молиться Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты хранил нас до сего часа. Прошу Тебя, любящий Отец, чтобы Ты особенным образом поддержал и благословил Пятую Церковь. Мы нуждаемся в Твоей помощи, Господи. Там добрые люди, которые стремятся служить, насколько позволяет возможность. Господи, Ты видишь эти желания, совершать, продолжать медиаслужение. Господи, мы просим совершать буквальную, большую евангельскую программу хотели бы. Мы хотели бы, чтобы то помещение, которое принадлежит нам, также было восстановлено и принесло благословение Церкви. Просим, Господи, чтобы Ты даровал Твой мир и Своё благословение каждому из членов Церкви, чтобы они не болели, чтобы они следовали за Тобой, куда бы Ты ни пошел, и имели радость в Тебе. Просим об этом, Господи, ради Христа. Аминь. Небо над ним, небеса небес.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я представляю Салтовский духовный центр, там являюсь сейчас пастором, и общину города, не города, может, в будущем города Циркуны. Что хочу сказать? Молиться есть о чем. Вы знаете, первое, о чем бы хотел, чтобы мы молились с вами, так это о нашем духовном возрождении. Я не знаю, может, это только Салтовка нуждается в духовном возрождении. Поэтому прошу, как о Салтовском духовном центре, о молитвенном возрождении. Все эти проблемы, все наши планы, знаете, напрасно трудится строящий, если Господь не созыждет этот дом. Знаете, поэтому первое, о чем хочу просить, так это о возрождении. И еще хочу сказать, что Салтовка – это, наверное, благословение для Харькова. Ну, может быть, дерзко, может быть, как-то, знаете, громко. Но в Салтовском духовном центре жизнь каждый день. Там школа. Это, наверное, самое большое благословение, которое может быть, наверное, для всего Харькова. Потому что в школе все дети не только адвентистских семей, я бы сказал, наверное, большинство неадвентистских семей находятся как раз у нас в школе и получают вот это как раз христианское образование. Циркуны – это такой поселок, который, знаете, он очень большой, очень интересный, но в нем нету ни одного помещения, где бы можно было провести какую-то программу. Как бы мы, где бы мы ни просили, что бы мы, куда бы мы ни приходили, нам говорят, нет, простите, не получается. Поэтому и об этом тоже мы просим молиться, чтобы Господь открыл двери, где бы мы могли провести это служение. Конечно, то служение, которое еще мы совершаем на телеканале, это тоже огромное благословение, особенно для нашего времени. Особенно в то время, когда все сидят по квартирам и смотрят в маленькие ящички, которые что-то интересное оттуда рассказывают. И хорошо бы, если бы оттуда рассказывалась какая-то хорошая весть, какая-то добрая, наставляющая, назидающая весть. Поэтому и об этом тоже молитесь, дорогие, потому что служение телеканала, оно в большей степени зависит от церкви. Если не будет церкви, то не будет и телеканала. Поэтому молитесь, пожалуйста, и о служении телеканала. Хочу также попросить молиться и о нашей, еще раз, Салтовской школе, которая находится в нашем Салтовском духовном центре. Потому что школа – это будущее наших детей, это будущее церкви. Мы воспитываем оттуда. По статистике, там Александр Иванович когда-то рассказывал эту статистику, сколько со школ детей остается в церкви. Я не хочу говорить сколько, потому что могу неправильно сказать цифры. Но большое количество, по-моему… 80%. Пожалуйста. 80% из 100 детей остаются… Ну, в общем, вот вам статистика. Поэтому об этом тоже есть о чем молиться и о чем просить. И я хочу вместе с вами сегодня в эту молитвенную неделю просить благословения для Господа. То есть от Господа для нас, чтобы мы вместе с вами могли как духовно возродиться, так и преодолевать все те трудности, проблемы, которые у нас есть здесь. Ведь без Бога мы ничего не можем. Ну, это, как кажется, украинская приказка. Без Бога не до порога. Поэтому давайте будем молиться. Отец милосердный, мы хотим благодарить в первую очередь Тебя за то, что до сего часа Ты сохранил каждого из нас. До сего часа мы находимся здесь, и у нас есть возможность стоять пред Твоим лицом с нашими нуждами, с нашими проблемами, с нашими переживаниями и просить у Тебя. Благодарный Господь, что Твое ухо не отяжелело. Благодарный Господь, что Твоя рука милостива к нам. Благодарный Господь, что Ты работаешь над каждым сердцем. И мы все, собираясь вместе на вот этой молитвенной неделе, мы хотим, Господь, просить о каждой общине города Харькова. Особым образом я сейчас прошу Тебя, Боже, за наш Салтовский духовный центр. Ты знаешь жизнь этого центра, Ты знаешь проекты этого центра, Ты знаешь также проекты циркунов, Ты знаешь проекты телеканала, которые есть, Ты знаешь проекты школы. Господь, мы хотим благодарить Тебя за то, что Ты всегда рядом с нами и решаешь вместе с нами все эти проблемы, которые у нас возникают. И это, Боже, для нас огромная благодарность, потому что в некоторых проблемах мы растем, мы возрастаем, еще больше укрепляемся в Тебе. Поэтому наша благодарность и слава Тебе, единому, премудрому, всесильному и любящему Господу и Отцу. Слава Тебе и поклонение. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь. Аминь.
Всем добрый вечер. Меня зовут Максим. Я представляю сегодня общину номер 11, которая находится возле Южного вокзала. Мы как раз, как сказал Олег Константинович, в Харькове две общины, которые не имеют собственного помещения. Одна из этих общин – это община 11. Мы снимаем помещение у баптистской церкви, которая находится в подвале жилого дома. Там хорошее небольшое помещение. Полуподвал жилого дома. Поэтому, да. Помещение небольшое, но можем собираться, слава Богу за это. И у нас проекты тоже, всегда молиться за проект, молиться за церковь. Я тут в городе недавно, вот приехал только в июне месяце. И у нас уже сейчас в Харькове, вот на базе этой общины, у нас проходят уроки испанского языка. У нас мы проходим, как сейчас мы вечерами, в пятницу вечером мы начали собираться проводить служения небольшие. И самое большое благословение – это воскресная игра в волейбол с ребятами, где очень много неверующих ребят, которые приходят вместе с нами, играют в волейбол. Мы с ними общаемся, приглашаем на другие наши встречи и молимся как в конце игры и в начале тоже. Так что слава Богу за этот проект. И также я бы очень хотел просить молиться за будущие проекты, потому что в конце января, в начале февраля у нас планируется евангельская программа, которую будет проводить вот пастор Аветик Дарбинян. И молодежная программа. Мы хотим как раз расширить, вот, сделать рекламу, чтобы как можно больше молодежи могло тоже прийти, познакомиться. И также у нас еще в дальнейшем планируются другие проекты, такие как женская встреча, семейная больше, на начало марта, и также весной еще одна евангельская программа. Так что планов много, идей много, поэтому нужно молиться, чтобы Господь усмотрел путь через каждую программу в сердца людей, которые могут узнать и прийти на нее. Так что я тоже прошу молиться за 11-ю общину. Община небольшая, и она нуждается в ваших молитвах. Как мне понравилось недавно, вот как раз Сергей Борисович на молодежных встречах по средам, которые у нас проходят, он интересную мысль сказал, что молитва – это основание Бога вмешаться в нашу жизнь. Поэтому я приглашаю, я прошу вас молиться за нашу общину и, естественно, тоже за другие общины и другие проекты. Но сейчас я хочу пригласить вас всех встать, чтобы мы с вами помолились. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту уникальную возможность, которую мы можем использовать для того, чтобы обратиться к Тебе. За то, что мы можем напрямую спросить Тебя, Боже, чтобы Ты пребывал с нами во всех наших путях, которые мы планируем в дальнейшем. Боже, Ты видишь проекты, Ты видишь программы, которые мы готовим. Но если Тебя нету в этих программах, смысла тогда в них нет. Также я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты послал Своего Духа Святого, который будет работать в нас и в сердцах людей, которые придут на эти программы, чтобы они смогли узнать Твою любовь. Благослови 11-ю общину, чтобы мы могли развиваться и идти дальше в Тебе. Боже, мы все даем в Твои руки. Пусть слава Твоя будет вовек. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Везде весть звучит. И я думаю, для нас очень важно все-таки вспомнить о той вести, которую должны нести мы вместе с вами сегодня, сейчас, каждую минуту. Перед тем, как мы перейдем к этой вести, хотел бы сказать, в общем, всегда, каждый раз, может быть, это детское воспоминание, как только мы подходим к молитвенной неделе, я вспоминаю ассоциации с теми вот примерами, которые мы часто слышали, как в древности, в Древнем Израиле, перед наступлением судного дня, 10 дней трубили трубы, когда каждый человек мог слышать это и знать, что он должен был помнить. Если ты не успеешь раскаяться за это время, твои грехи останутся на тебе. Так искренне верующие понимали это тогда, в те далекие времена. Я очень хотел бы, чтобы этот дух возрождался и сегодня, и он был в моем сердце. Наши сегодняшние молитвенные чтения называются «Я пойду провозглашать трехангельскую весть». Призыв к труду звучит очень часто. В последнее время несколько проектов Генеральной конференции начинаются словами «Я пойду провозглашать трехангельскую весть». И в вступительном слове президент Генеральной конференции по традиции всегда дает какое-то представление. Он говорит о том, что мы живем во время, которое действительно назвать можно беспрецедентным. Кто из вас мог подумать, что будет такое? Ну, вы уже привыкли к карантину, но вы подумали, что мы теперь в желтую зону переходим, а тут оказываются новые переживания, и никто не знает, что будет дальше. Еще хотел бы, друзья, сегодня мы хотели бы маленькое вступление сделать в этой первой молитвенной чтении, в этой первой вести о том, что Господь хотел бы сказать нам. Два слова о самих чтениях. По традиции, оно обычно, каждое чтение готовит отдельный автор, начинает его президент Генеральной конференции, и заканчивается оно, последнее чтение бывает составлено из трудов Эллен Уайт. Первое и последнее чтение в этом году действительно соответствует этому, а все остальные среди недели составлены дочерью и отцом, которые долго трудились в отделе Института библейских исследований. Это Анхель Мануэль Родригес и его дочь.
Итак, друзья, первое чтение, на которое мы сегодня хотели бы обратить внимание, «Вести ангелов и миссия церкви». Друзья, как много сегодня мы слышим предложений провозглашать трехангельскую весть. Кто из вас не слышал об этом? Все. Но вот хотелось бы сегодня немножечко коснуться хотя бы в общем, что это значит. Что означает каждая весть для нас? Вначале в этом чтении автор говорит, Тед Вильсон пишет, что Бог в каждое время, в каждую эпоху имел особенную весть для своей церкви. Ну вот скажем, весть до потопа какая была? Какая самая актуальная весть была до потопа людям, которую Бог хотел дать? Может быть, о том, что мясо нельзя ли есть, или еще что-то такое? О том, что спасение в ковчеге, о том, что впереди их ожидает, и о том, какой путь Бог предусмотрел для их спасения. Скажем, другие времена, которые вспоминают здесь, в Священном Писании, здесь. И, наконец, мы сегодня переходим и будем говорить о нашем последнем времени, времени, когда Господь имеет особенную весть для последнего поколения людей, которым живым встречать нашего Спасителя. Весть трех ангелов. Хотел бы вместе с вами немного хотя бы вспомнить, о чем говорит весть первого ангела. Откровение 4 глава, стих 6 и 7. Если у кого-то есть возможность открыть, можете подсказать по памяти, о чем эта весть. 14, простите, я, может быть, не так сказал. Итак, о чем весть первого ангела? О вечном Евангелии. Летит над землею трехангельская весть, вечное Евангелие. И еще там есть важное содержание. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Три важные вести, которые, три элемента, может быть, этой вести, которые мы хотели бы сказать, это вечное Евангелие. Это весть спасения для людей, и я хотел бы, чтобы мы чувствовали это. Однажды в Запорожье у нас один брат очень хорошо придумал, может быть, это относится к этой вести или к другой, рекламу сделать. Маленькую такую написал, может быть, Борисович знает, маленькую такую разработал объявление каждому: «Дорогой друг, тебе вручается повестка на небесный суд. Если ты не хочешь на него попасть, пожалуйста, приходи, ты узнаешь об этом подробнее по адресу». Ну, может быть и так, может быть и так. Но это вызывает у нас улыбку, мы думаем о этом абстрактно, как-то отделенно, как о чем-то, что мы можем рассказать. Что это значит для меня? Вы знаете, друзья, кто из вас когда-то был в суде и не в качестве свидетеля? Я думаю, что Дмитриевич понимает, когда ты находишься в суде и ожидаешь суда, когда ты не вызван просто свидетелем по какому-то второстепенному делу, да, ну почему я попал, я судился два раза за свою машину, это целая проблема, ее чуть не отобрали, это было вполне реально. Когда ты идешь в суд и ожидаешь его, твои мысли, они все об этом. Поэтому хотел бы еще раз пожелать нам, когда мы будем говорить о том, что сейчас идет суд, время начаться суду с Дома Божьего, чтобы я и вы чувствовали это. Сейчас на небе, возможно, решается мое дело. Поэтому пусть Господь поможет и в эти молитвенные дни молиться об этом. Второе. Убойтесь Бога. Братья и сестры, хотел бы вас спросить, а что это значит в вашей жизни? Как вы боитесь Бога? Это же проповедь. Ну вот штампы кончились. Поделитесь, пожалуйста. Сегодня я не буду перечитывать подробное это чтение, буквально несколько мыслей. Итак, первое. Что значит для меня Бог? Как я боюсь Его в своей жизни? Но это не связано, наверное, с той боязнью, страхом, который испытывают люди от каких-то ужасных событий и вещей. Но как это влияет на мою жизнь? И что видят люди во мне, как в человеке, который боится Бога? Могут ли они сказать о каждом из вас? Я когда-то слышал очень интересную фразу. Один человек зашел в комнату, а хозяин неверующий сказал: «Вот это верующая людина». Да он ничего не сделал. Он только зашел. Видно ли в моей или вашей жизни, что мы Бога боимся? В словах, в отношениях, в одежде, в манерах, в поведении. Пусть Господь поможет нам в этом. Третий элемент мы говорили – воздайте Богу славу. В чем это проявляется в нашей жизни? Хор чудесно прославил Господа. Я отдельно благодарить хотел всех, кто участвует, и служителей, и хористов, и музыкантов, и всех служителей, всю церковь. Но речь идет не об этом. По крайней мере, не только об этом. Как я лично в своей жизни прославляю Господа? Вот вопрос, с которым я хотел бы, чтобы мы шли и размышляли, и молились сегодня.
Весть второго ангела, Откровение, 14 глава, 8 текст, которая говорит нам о том, что Вавилон пал. Пал Вавилон. Вы знаете, сегодня мы живем в такое время, я вспоминаю советские времена, тоже родом из Советского Союза. Помните, что было сказано? Если в газете написали, можно верить. Вы что, шутите? Это в газете написали. Если по телевизору сказали, что вы на меня так смотрите, не так было разве? И вот эту веру, вот это поколение сохранило. А что вы сегодня видите в интернете, в газетах и по телевизору? Мне иногда, конечно, это смущает. И сегодня так много ложных голосов, ложных учений, с которыми мы сталкиваемся, заблуждений, которые мы имеем. Господь желает предупредить нас, что эта ложная система пала. И нам нужно быть готовым к этому. Нам нужно видеть заблуждение. И я хотел бы, чтобы мы молились, чтобы мы не подвергнулись этому. Чтобы мы не были обмануты. Но чтобы мы могли с любовью показать истину людям, окружающим нас. Чтобы это было видно в нашей жизни. Пусть Господь поможет нас в этом, нам в этом. Третья весть. Что я хотел бы обратить внимание. Здесь четкое предупреждение о последствиях того, что будет с людьми, если они будут продолжать следовать и идти опасным курсом. Недавно Сергей Борисович читал по 18 главе Откровения. Замечательные слова, которые вот я сегодня тоже вспоминаю, внушают надежду нам. «Выйди из нее, народ мой». Когда-то Эллен Уайт написала, что сегодня большинство народа Божьего находится вне стен Адвентистской Церкви. Вы представляете? Может быть, не зря и балкон будет когда-то заполнен. Когда наступит это время? Что требуется от нас? Что требуется, чтобы эти люди узнали и помочь им? Это действие Духа Святого. Но мы со своей стороны что-то должны в этом сделать. Положение Церкви Божией, я также хотел бы обратить внимание, очень важно в это время, потому что в это же время и в среде Церкви могут происходить подобные события, падения, отступления, охлаждения. Вы знаете, друзья, если можно, хотел бы прочесть одну выдержку из трудов Эллен Уайт, которая меня волнует, которая нравится, которая говорит о положении Церкви Божией в последнее время. Вот кажется, мы сегодня все вместе и радуемся, и вместе с тем вспоминаем слова, в которых было сказано. Помните, однажды, в Евангелии от Матфея сказано, Господь скажет некоторым людям, отойдите от меня, я вас никогда не знал. Как такое может быть, если они и чудеса творили, и проповедовали Его Слово? Посмотрите, что пишет Эллен Уайт. «Перед престолом я видел адвентистский народ, церковь и мир. Мое внимание привлекли две группы людей. В то время как одна из них склонялась пред престолом с глубоким интересом, другая оставалась беспечной и равнодушной. Те, что склонились пред престолом, возносили свои молитвы к небу и взирали на Иисуса. Тогда Иисус, обращаясь к своему Отцу, ходатайствовал за них». Я увидела в тот момент, как от Отца снизошел свет и своим сиянием озарил Сына и всех молящихся. Затем я увидела особенно яркий свет, исходящий от Отца к Сыну и к Сыну к людям, стоявшим пред престолом. Но лишь немногие приняли этот великий свет. Остальные же, которых оказалось большинство, либо отвергли его и тотчас стали оказывать ему сопротивление, либо в своей беспечности не обращали на него внимания». Поэтому они лишились Его. Некоторые же полюбили Его и присоединились к небольшой группе молящихся. Это общество приняло весь свет, возрадовалось в нем, и их лица отражали их, Его славу. Те, которые поднялись вместе с Иисусом, с верой взирали во святое святых, молились, говоря, «Отче наш, дай нам Духа Твоего». Обратите внимание, мне иногда вот кажется, сегодня многие задают вопрос, почему какие-то чудеса, снова эти темы поднимались, может быть, посмотрите видео, какие чудеса происходят там и не происходят у нас, которые должны были бы по пророчеству происходить. Ну, во-первых, мы уже говорили, в большинстве своем чудеса происходят и сегодня в нашей церкви, только это не огонь с неба. А вот те крещения, которые приходят, даже не только, может быть, у нас, мы вот вспоминали с Сергеем Борисовичем на программе о том, как несколько лет назад в Руанде пострадавший. Для меня это уникальный пример, потому что все знают историю Руанды, резню, которая там произошла, и тяжелое наследие, и там крестилось почти 100 тысяч человек. Друзья, вы представляете, что такое для людей, переживших подобное? Или...
События на Филиппинах, спасибо, Сергей Борисович, в этом году, когда первую после карантина заграничную поездку совершил Тед Вильсон, когда благодаря тому, что один из главарей восставших, восстание там продолжалось между какими-то группами очень несколько лет, унесло много десятков тысяч жизней, или сотен, по крайней мере. Наконец, один из вожаков этого восстания услышал передачи адвентистского всемирного радио. Они услышали об этом. И дальше, я не буду рассказывать, привело к крещению. Две группы людей, я хотел бы эту цитату Эллен Уайт закончить. Одни все-таки слушают Христа, принимают тот свет, который им дает. И просят у него Духа: «Отче, дай нам Духа Твоего». Тогда Иисус дуновением даровал им Дух Святой. В этом дуновении Духа были свет, сила и много любви, радости и мира. Обратите внимание, сегодня есть действительно люди, которые, кажется, имеют много силы. Посмотрите, что дальше говорит Дух Пророчества. «Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые все еще оставались у престола. Они не знали, что Иисус оставил их. Тогда у престола появился сатана. Пытаясь подражать делу Божьему, я видела, как они, обращаясь к престолу, молились: «Отче, дай нам Твоего Духа». Тогда сатана дунул на них своим неосвященным влиянием. В нем были свет и много силы, но не было сладкой любви, радости и мира». Цель сатаны заключалась в том, чтобы обмануть и совратить с истинного пути детей Божьих, опыты и видения. Свет и много любви. Много любви и света, которые есть только в Боге. Поэтому, друзья, моя молитва, когда мы сегодня будем молиться, вспоминать трехангельскую весть, прочтите, может быть, дома те вопросы. Сегодня, я думаю, чтение есть у каждого. Прекрасное видео, которое сегодня рассказывал Алексей Анатольевич, транслируется. Но когда мы лично будем молиться, вспомните об этом. Вспомните и задумайтесь о своем состоянии. Пусть Господь благословит нас. Сегодня мы не только должны осознать, но и делиться. Пусть свет этот Божьего сияния, отраженный от нашего лица, будет виден окружающим людям. Пусть Господь увидит здесь, на земле, и даст своего Святого Духа людям, которые искренне ищут Его. Хотел бы вместе с вами об этом помолиться. Любящий Небесный Отец, благодарим и славим Тебя, Отче, за то, что Ты собрал нас вместе, что сегодня мы желаем молиться Тебе, сегодня мы чувствуем нужду в Тебе, Господи. Помоги, чтобы мы искренне были перед Тобой, чтобы мы просили Тебя об этом, и чтобы Ты мог ответить наши молитвы, и ничто в моем сердце не мешало Тебе. Прошу, Господи, чтобы Ты благословил каждого из детей Твоих, собравшихся здесь, в этом доме. Тех, кого сегодня нет по различным причинам с нами, Господи, пошли им Твоего Святого Духа. Укрепи, благослови и помоги нам видеть время, в которое живем. Помоги нам, Господи, светить Твоим светом, отражать Твою любовь, Твою славу и величие. Благослови нас, Господи, быть свидетелями Твоими, которые несут миру трехангельскую весть. Просим Тебя об этом ради Христа. Аминь.
Наполняй их любовь.
Дорогие друзья, в окончании уже нашего торжественного, такого молитвенного служения мы будем петь и славить Господа. Также мы можем поддержать этот духовный центр и те планы, которые имеет эта церковь, чтобы благоустроить и как-то улучшить этот духовный центр. Если вы захотите поддержать, то во время пения можно будет принести дары Господу. А псалом, который будем петь, «Стройно шествуем мы в Вышний Ханаан». Стройно шествуем. Да благословит Господь, поднимемся, слова будут на экране, будем петь и приносить дары Господу. Друзья, завершая это богослужение, у каждого из нас есть возможность в тихих молитвах сказать Господу то, что у вас на сердце, после чего мы услышим слова благословения. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Аминь. Да благословит Божий народ.
Пусть Господь будет всегда с вами. На протяжении этой недели у каждого из вас есть возможность, по крайней мере, по телевидению продолжать объединяться в молитвенных чтениях. Божьих вам благословений.